Великий хореограф Валентин Елизарьев окончательно вернулся в Большой театр. Сегодня министр культуры представил народного артиста СССР коллективу в новой должности – художественного руководителя всего творческого процесса. Событие, которое еще не раз вызовет овации под сводами главного театра страны. Мастер подписал контракт сроком на 5 лет. Публика во всем мире ждала этого момента почти 9 лет. В 2009-м Елизарьев покинул Большой из-за несогласия с предложенной тогда ставкой главного балетмейстера. Обидное приглашение в мою юность, сказал на прощание единственный в стране лауреат престижной премии «Бенуа де ля Данс». Сегодня в репертуаре Большого 7 спектаклей, поставленных Елизарьевым. Когда на сцене бушуют страсти или парит Спартак, неизменные аншлаги и браво маэстро, сотворившему свой мир под названием «Белорусский балет». Я вернулся в родной дом. Я надеюсь, что в этом доме будет развиваться искусство. Я буду способствовать этому всячески. Но я не только буду заниматься всеми художественными коллективами, которые есть, но и буду сам творить. Подписывая контракт, вот договорились, что работаем сообща, работаем на основе дружелюбия, работаем на основе взаимного уважения и взаимопонимания. Иначе просто быть не может. Мы оба любим театр. Скоро хореограф приступит к работе над новой редакцией культового спектакля «Ромео и Джульетта». Не оставит профессор и свой класс в Академии музыки. Во время общения с коллективом Елизарьев заверил всех, что будет использовать свой опыт и контакты за рубежом во славу Большого театра. Символично к своим обязанностям худрук приступает накануне Международного дня балета.